глубокая хижина музыканта с аудиторией более 3 миллионов человек. Там его поклонники уже. Вы поняли уже, да, Павлович? Музыкант, композитор Арслан, он же Раиль Арсланов. Встречай, Казань! Привет, Казань! С праздником! Вы многие могли видеть мои ролики в чат-рулетке, там, на улице, да, с подходами к людям, под баян, под гитару. Но я также пишу авторские песни, и самые лучшие из них сегодня хочется вам исполнить. Погнали! Ты еще помню родные края, но уже не вернуть то, что было вчера. Куда мы спешили, я не пойму, куда. И мы начали сгудяться в поисках денег. Зачем я сумасшедший за тебя? Ведь были моменты, когда бесконечным казалось лето. Эй, где моя юность? Я вылюблю тебя, но ты моя юность, да, куда ты прячешься? Все это прошло, да, я помню, ты скручивай, а мы умеем. Так быстро, что я не успел простить. Следующая композиция называется «Белый танец». Песня выходила в 2019 году и очень полюбилась поклонникам. В этот раз решил захватить для вас и инструмент такой баян. Знаете, наверное, да? Поиграем немножко и на нем. Совсем недавно у меня выходила песня под названием «Беззаботное лето», которую мы сейчас вам исполним. Засияли звезды, песни по гитару поют даже незнакомцы. Сегодня ты не думай ни о чем. Что, здорово получилось, на мой взгляд.
Напоследок хотелось бы исполнить самую главную песню в моем творчестве, называется «Не влюбляйся». Так совпало, что... Отдыхать приехали? Да, отдыхать приехали. И рады, что тебя постичали. Как, в Казани? Или не первый раз? Первый день. Да, все время? Да. Первый раз в Казани. Круто. Все побывали. Все семьи у тебя смотрят. Да, давай. У нас вчера никак был, можно? Я рад твоему это, творцу. Спасибо, я смотрел, как ты, Рахмет, как ты, люди доводишь. Да, красавец.